Что мне делать? Я отключил, кажется, приключение. Ну, что делать? Ну, возвращайся. Вот здесь улица прикольная. Улица прикольная, возвращайся. Я поэтому говорю, что Сим-Сити, потому что очень многое похоже. Эти дома, такие какие-то трамвайные линии, общая атмосфера заброшена. Угу. Возвращайся к полевую. К какому? К этому? А ты мне объясни, что он делает? Он я не вижу. Ищет чехол. Сейчас выбери какую-нибудь из кабелей, переверни. Так, и что? Вот так! Что там? Тревога. Теперь зайди внутрь и выключи источник питания. Сейчас будет сюрприз. Видишь? Нет, ты правильно зашел. Правильно зашел? Вот это а, вот это. Ты же не видишь ничего, откуда ты взял? Видишь, у него видеокамера. Вот это что? Нас заключили в темноту. Ты свободен. Все хорошо. Меня прислал друг. Сама Алекс Вэнс. Ты наш друг. Друг. Что они с тобой здесь делали? То, что делают со всеми нами. Свое оружие. Там. Мы оторваны от себя. Нужно спасти твоих друзей. Вортигонты извлекут себя и добьются отмщения. Ты должна идти к оружию. Я не попаду в хранилище, если подстанции будут работать. Не беспокойся, Алекс Вэнс. Они не будут. Мы этого не позволим. Я расчищу путь. Ступай. Наши пути расходятся. Помни, между нами нет расстояния. Мы смежны. Спасибо. Удачи. Английский? Да. Это интересно. Алекс, ты там? Что произошло? Я помер? Вы издеваетесь? Нахрена вы это сделали в лифте, что я могу помереть? Нет, там просто глюк есть. Это не в том, тоже у него постоянно помирал. Просто к стенке не подходи. Не знаю, почему мне вообще не исправили. Я думал, что... Откуда этот глюк? Просто отключите смерть в этот момент. У вас смерть — это не обязательная вещь в игре. Ее, наоборот, нужно включать в специфических моментах. Например, если попала в тебя пуля, сделать проверку, не надо ли тебе умереть? А не сделать так, что ты... Почему вообще я должен умереть от... Ну да, давай заново. Я не могу пропустить это дело. Давай заново. Почему я могу умереть от стенки? Охренеть, это вортигон! Что в ней смертельно? И что? Нас вот это тоже движется. Я тоже от нее могу. Темноту. Ты свободен. Все хорошо. Меня прислал друг. Сама Алекс Вэнс. Ты наш друг. Что они с тобой здесь делают? То,
то слово. Альянс забирает из нас ее и защищает ею свое оружие. Там. Там. Нужно спасти твоих друзей. Вортигонты извлекут себя и добьются отмщения. Ты должна идти к оружию. Я не попаду в хранилище, если подстанции будут работать. Не беспокойся, Алекс Лэнс. Они не будут. Мы этого не позволим. Я расчищу путь. Спасибо. Удачи. И что ж там был за слово? Кажется, мы слишком надеемся на вортигонта в вопросе подстанций. Я верю. Да, я тоже. Если он не справится, то хранилище опустится. И мы ни с чем. Хранилище не попасть кругом комбайна и... Раз. Довериться ему — это единственный план. Он справится. У нас все получится. Ты права, он справится. Мы будем в порядке. Готовь свою гранату. Да? Ну и? Где это хваленое ваше? Руки? Нарушениях пятого уровня или порядка пятого? Наверное, нужно содействовать. Да, она, похоже, не шутит. Кстати, это голос. Видимо, это все. Содействуйте. Голос Гладис — это хорошо, а вот лечиться мне даже особо не... Это вся перестрелка большая? Да. Пойдет так уже слышать. Осторожно тут. Электричество. Где я? Смотри, ты сейчас там не закончил. А так мне нужно что-то вставить туда, мне меч как-то вставить. Поищи что-нибудь. А, ты хочешь сказать, что мне нужно куда-нибудь в сторону? Это я... Да боже мой. И что это? Это петля? Ну если я переключаюсь на это, все равно в эту кровь тебе. Так а... В смысле? А как я иначе там переключу? Вы что? У меня какой-то глюк с дальностью этого устройства или что? Нет. А как тогда мне переключать? Убрать электричество оттуда. Хорошо.
что не искрило. У меня не хочет загружаться игра. Я вижу. Там, похоже, вообще Steam VR сломался. Боже мой. Какие-то... Да. Пока ты чинишь Steam VR, я скажу, что слово «coterminus» означает «соседствующий, совпадающий, присущий». Что, мне сейчас не очень интересно. Тяну свое место и время. Так. Мне ж надо чем-то забивать эфир, пока ты чинишь ситуацию. Эфир. Вон Штинвер. Так. Сейчас проверяй, чтобы у тебя был звук, потому что в прошлый раз была проблема, что у тебя при перезапуске с Steam VR не было звука. Угу. Есть звук? Хорошо. Возвращаемся в Алекс. Извиняемся, Steam VR работает как говно. Алекс работает как полговна. Да-да-да, и только твой Oculus работает как чистые неограненные образы. А Oculus-то тут, господи, при чем? Это Oculus у меня на Windows'е вывесил? Нет, просто ты... У Oculus'а, когда проблемы происходят у Oculus'а, ты их не видишь, пойми, ты их не видишь, они к тебе не переходят. Я говорю, что туда, ты просто слишком предвзято критикуешь. Ну, слушай, я когда играл на Oculus'е в остальные игры, у меня таких проблем не было. В таком количестве багов и вылетаний не было никогда. Причем, если хочешь, вот ты постоянно наезжаешь на Oculus, давай поставим мод No VR и попробуем поиграть в Алекс не в VR. И я уверен, что она будет вылетать не реже, чем в Oculus. Учитывая, как сильно мод No VR ломает ее механика, что она работала не в VR, то надо думать. Как бы не показать. Электричество и так есть, в обе стороны. Я не могу его отключить, чтобы его не было вообще. Да, давайте по-другому. Так, по-другому. Закрыть. Я не могу отключить. Что значит закрыть? Ну, файл, возьми что-нибудь железное и сунь туда. Что-нибудь железное? Банка не железная. А тут нет ничего железного, тут одни пластиковые бутылки. Что тут железное должно быть? Ищи, я помню, тут что-то было. Поднимись, я рядом на улице. Ну, что тут на улице железное? Ну что, железное тут? Да я откуда знаю, не знаю, но я не помню, как я тут приходил. Я просто предполагаю. У меня есть и второй вариант того, что ты можешь там попробовать сделать. Сюда только не спрыгивай, сюда не спрыгивай. Ты не сможешь обратно вернуться. А вот тебе не надо обратно. В
второй вариант действий. Попытайся просто засунуть туда руку со свою стенту, просто осторожно, чтобы не столкнуть, не касаться этого. Твои постоянные выпады против Окулюса, я тебе скажу одну вещь, которую почему-то ты упорно игнорируешь, хотя она очевидна. Ты знаешь, что Steam проводит каждый год специальный опрос на тему используемого людьми железа. Не только опрос, а просто статистику собирает и так далее. Ты знаешь, ну, естественно, Окулюс самый дешевый из актуальных игр. Нет, я не про это. Я говорю о том, что ты знаешь, что Steam проводит статистику. И там написано, какое больше всего у людей в Steam, например, мониторы, да? Mm-hmm. Какие видеокарты, и в том числе, какие шлемы. И ты знаешь, индексов и вайвов сколько у людей? Ну, естественно, они дороже в два раза, чем новый квест, поэтому их и меньше. Вайвы не дороже в два раза. Так дело не в этом. 16% от всех используемых шлемов, это не значит, что все остальные, как у меня, квест 3. Нет, больше квестов 2, например, и так далее. Но не важно. Важно, что и других всяких шлемов. Все равно еще вообще вайвы не... первый и второй уже устарели, индекс все еще очень дорогой. Не будешь ее пока еще настолько... Да, именно поэтому большинство людей, внимание, сейчас попробуй осознать то, что я скажу. Большинство людей играли в Алекс не в индексе. Большинство людей, подавляющее. А это статистика. Понимаешь? Сейчас или статистика... Нет, вообще-то нет, подожди. Вот сейчас это уже набрасывание. Существование Алекса. Сейчас это набрасывание, это... потому что для того, чтобы так утверждать, нужно сравнить эту статистику с статистикой игравших в Алекс. Ты не можешь сказать, что 100% пользователей Steam, имеющих VR, играли в Алекс. Но я не могу его утверждать обратно. Плюс моя основная, это было бы странно предполагать, что специально в Алекс играли только те, кто в индексе. Ну, конечно. Моя основная претензия к Окулюсу заключается, ну, в том, что он по-нормальному со Steam VR не работает. Почему он по-нормальному не работает? Он как раз по-нормальному и работает. Эй, ерунда, опять лазерный прицел, опять... полуприцел вот этот дисплей, я не хочу это делать. И что, экстендов, вот экстендов магазин здесь бы не помешал, на самом деле. А почему, у меня 30 даже нет? Ну выдает. Ну прокачай тогда пистолет, хотя, или нет, экстендов магазин. Пожалуй, я лучше экстендов магазин для пулемета. Хорошо. Сделаю. Я думаю, это разумнее. Так, я полечился. Я думаю, что разумно предположить, что большинство все-таки именно в Алекс. Вряд ли, что все купили индекс специально для Алекс, и именно все, кто в нее играл. Это было бы странно. Нет, я говорю, что вряд ли все 100% владельцев VR купили Алекс, чтобы в нее поиграть. Да, про это я не говорю, но большинство все-таки. Это основная VR-игра в Steam, поэтому, поскольку у нас статистика по Steam... Короче говоря, я говорю, что в любом случае процент людей, имеющих Oculus в Steam, и процент людей, игравших в Alex в Oculus, не обязательно является одной и той же цифрой. Все равно согласись, что, скажем так, не я единственный, кто играет в Oculus в Alex. Половина игроков, может быть, если даже не большинство, вдруг по какой-то причине. Да сейчас прям. Причем тут третий? Я же сказал, большинство в стиме, самый популярный шлем, это квест 2. Он подавляющее большинство.
Если у индекса 16%, то у квеста 2 60 с чем-то процентов. То есть просто почти у всех, у кого есть VR, это квест 2. Который вышел до Алекс. И как здесь раз те, кто, когда вышла Алекс, выбирали, что купить, очевидно, что они большинство купили более дешевую версию. Они знают, что нам нужно хранилище, чтобы там не было ни очень. Я пытаюсь доказать, что это не какая-то кривая штука, которую я на жопе скрутил, и ты говоришь, ну, конечно, ты играешь непонятно во что, а в то, как играли большинство в этом. Просто большинство россиян ездит на автомобилях, просто автобус не отмеет того, что автобус на этом кривая. Наконец-то потратил. О, у меня пустые. И, кстати, MetaQuest 2 вышел после Алекс, так что не надо. Да ладно. Вышел в октябре 20-го только. Через года после того, как вышел Алекс, весной того же года. Ну и что, а? Так не все поиграли в первый день. Я имею в виду, что на старте бы нет. Вот MetaQuest не могло бы завезено. Да, да, хорошо. Квест — самый отвратительный шлем, и я играю... Я не утверждаю, что квест — самый отвратительный шлем, я просто утверждаю, что квест не является нативным шлемом для Steam VR. Поэтому какие-то проблемы... Да-да-да-да. Так, а как мне достать вон ту? Все претензии предъявляются Цукербергу, который пытается из этого автономного экосистемы изобрести место, устраивает существующее. Меня полностью устраивает, что я могу не подключать компьютер и играть во все, кроме Алекс. Как мне подобрать? Лучше мне скажи, как подобрать эту штуку? Я откуда знаю, как я вижу, что ты выпираешь лбом в забор, я ничего особо не вижу. Может быть, вот сюда я... А, типа, ящиков нужно. На таком расстоянии не есть. Ладно. Попробуем из ящиков собрать какую-нибудь конструкцию. Почему-то я прохожу сквозь них. Очень интересно. Ну вот есть стул. Нет, я почему-то сюда не могу не встать. В смысле? Тул не вставабельный. Угу. Да ладно, ну а как? Она слишком далеко лежит. Я вообще не уверен, что... Ой, кажется... Нет? А почему вот, смотри, я... Очень интересно. Ну ладно, значит, обойдемся без этого. А, может, я могу... Нет, не могу. Видишь, она... Ладно, не буду тратить на это время. Тут на улице что-то есть еще интересное? В мусорке ничего нет. Там какая-то закрытая штука. Какие колоритные домики-то. Вот это называется восточноевропейское гетто. Да, прям как у вас. Вот такое же срочное. А, серьезно? Я не буду открывать все. Нет, Миш. Мне обидно, что я там полимер один пропустил, поэтому... Лифт не работает, и вообще здесь тупик. Ну, хоть полимер есть. И все, это все было ради только одного полимера. Нет, не работает.
Это выход обратно на улицу, значит, не наверх. Приготовься. Это не сильно понятная загадка, если честно. И это не открывается. Так. Тут почему-то крутится. Алло? Что у тебя крутится? Ничего, тут все пропустил. Так. Вот это совсем дурацкая загадка. Вот это. Нет, я имею в виду, вот это крутится, видишь, внутри. На всякий случай, чтобы не вводить зрителей в заблуждение, я открыл самую свежую статистику. Ну, на июнь 24 года в Стиме. Valve индекс действительно 16,45%, HTC Vive 4,17%. А как я должен был туда подобраться? Ты споткнулся об минус. Интересное кино. Как тут не описано, это только да, но я... Vive или все. Угу. А вот Meta Quest 3 всего 15%, а Oculus Quest 2 всего 38%. Да, но суммарно, ну, не важно, важно, что все остальные шлемы значительно больше, чем индекс. Я вот это хотел сказать. Это был мой месседж. Конкретно твоих мета-квестов третьих, как у тебя сейчас, на 1% меньше, чем индексов. Да, 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 я согласен. Ну, он недавно только вышел. Слушай, извини меня, для индекса это позорище, потому что индекс вышел уже 4 года назад, а мета-квест 3 вышел несколько месяцев. Еще раз, индекс сильно дороже, как сравнивать Бугатти с Жигулями. Насколько он сильно дорож? Это минус потокаться. Да что такое-то? Нет, я думал наоборот бросить ящик. Ладно, тогда брошу другой ящик. Это тоже странная фраза. Как сравнивать Бугатти с Жигулями? А почему индекс такой дорогой? Кто его заставляет быть таким дорогим? Если по факту у него технология хуже, чем у Meta Quest 3, у него маячки. В плане экрана и так далее, то почему он дороже? У него маячки. У него маячки, да, и все прочее. Руки не пропадают, если ты их за спину заведешь. Смотри, засовываю за спину, ничего не пропало. Это пропадали. Это глютиали. Да почему? Я далеко стою же. В смысле, я не понимаю. Хорошо, еще раз. А как мне тогда? Ты видишь, что там баррикада? Как я могу тогда добраться до взлома этой мины? Так, судя по карте, эта висящая штука в воздухе — это наша основная цель, единственная в этой игре. Что мы к ней все время приближаемся. Так вот, еще раз. Вот, смотри, видишь, взлом Нины вон там, я туда не могу подобраться. Все эти диваны и кресла не сдвигаемые. Что мне делать? Ну, точно не дверь открывать. Почему? Потому что туда... Хорошо. А тогда что делать? Как-то подобраться к Мине. Может, просто выстрелить мне? Она взорвется, очевидно. Ну да, но если, но я выстрелить издалека могу. Ну, в теории можешь, но лучше попытаться аккуратно подобраться. Вот, если я отсюда выстрелю, она же не должна в меня попасть никак.
Я могу очень точно вот сюда встать. Чего? Извините, конечно, ну а как я туда должен был подобраться? Смотри, я делал вот так, и единственное место, куда я могу встать, было, как видишь, перед миной. То есть я встал вот так бы, она бы взорвалась. Ну, неважно, я считаю, что я нашел решение. И оно сработает. Сейчас в Стиме индекс стоит 1080 долларов. Да все, хватит уже. Просто спросил я. Сколько? 1080? Ой, нет, поле зрения. Открыть газ, взорвать его. Крекеры. Тупик. Стиралка не открывается. Не тут, не тут. Значит, не сюда. И... Они про меня говорят? Да, это не к добру. Ковер на стене. Ковер. Это здорово. А? Это здорово, говорю. Все живут. Это. Infestation control. А и последнее, что я скажу, если сравнивать по характеристикам Valve Index MetaQuest 3, даже с третьим квестом, у индекса все равно поле зрения на 20% больше. 100 тысяч градусов против 110.
он обладает лазерной трекательной системой, что считается лучше, чем то, что у меня на квесте 3. У него два микрофона вместо одного, и самое главное, то, чего не смог не добиться пока еще ни один VR-шлем, кроме Минса, как я понимаю, у него 144 Гц обновления вместо 120 у MetaQuest 3, поэтому он самый неукачивательный шлем, скажем так. Это почему там добиться? Это вопрос компьютера, у меня компьютер не потянет столько Гц. Тем не менее, Valve Index поддерживает такое, а MetaQuest 3 не поддерживает. Почему не поддерживает? Можно сколько угодно. Нет, у него максимум 120. Вранье. Я могу поставить вот эту виртуальную Virtual Desktop'е, через которую я как раз подключаюсь к SteamVR. Может, он имеет в виду, что в родном приложении как бы нету, но при подключении я могу выставить любой количество Virtual Desktop'а. В любом случае, MetaQuest 3 доступен, и он у меня есть, а индекс такой хороший, его у тебя нет. По какой-то загадочной причине. У меня он есть наполовину. Да, почему же у тебя его нет целиком? Наверное, потому что он слишком хорош для тебя. Ничего, через к Новому году появится полностью, не волнуйся. К Новому году он уже устареет. Ну, я в том числе, поэтому не тороплюсь, потому что жду, когда уже вторую версию. Ну да. Но контроллеры меня уже его все еще устраивают. Контроллеры я себе его купил. Так, я уже забыл, я сверху снизу шел откуда? По-моему, снизу. А? Так. Вроде бы ничего нет. Мина. Я вижу. Перед каждой миной сохранишься? Нет. Понял? Нет, так нельзя, потому что я все корички. А, все. Тут я их сначала не увидел. Так. Так, все, тебе хватает на то, чтобы улучшить. Что хотел улучшить. Алекс! Ай! Это была ловушка. Подожди, а почему ты спрашиваешь, есть ли защитные ободки? Ты не... А, да-да-да, все понятно. Тут, потому что ты не видишь экрана загрузки. Все понятно. Да. Ух, так. Хорошо. Это была граната. Да, но прежде чем воспользоваться гранатой, вот это... я извиняюсь. Нет, так не работает. Алекс! А так я не могу выйти. В смысле? Открой дверь так, чтобы дотянуться до мины и все. Алекс, ты там? Как же тогда я в первый раз не задел? Так, аккуратно. Так.
Видишь? Я не трогал дверь вообще. Алекс, ты там? Потому что я сейчас рукой задел лазер. Нет, рукой не сделал. Да, задел. Это дверь открываешь? На нее? Нет. Ты так долго загружаешь, я в том же месте нахожусь, с теми же предметами. Алекс? Алекс? На таком-то расстоянии почему? Потому что там вся комната заминирована минами, поэтому там нельзя закрывать. Ну, так я за стеной же нахожусь. Там вся комната заминирована минами. Кстати, за прохождение этой комнаты получишь ачивку. Вторая такая специально заминированная в игре локация. Смотри. Алекс! Опять. Ты придерживай. Я просто пытаюсь пройти в дверь. Что значит придерживай? Ну, правильно, ты пытаешься пройти в дверь, ты ее толкаешь, она продолжает кваться вперед. И не давай ей утолкаться так далеко. Ну это все-таки VR, я не чувствую, где там эта дверь. Значит, не давай. Ой, возьми за дверь и держи ее все время. Алекс! Алекс, ты там? Придерживал рукой за дверь. Но при этом сам почему-то двигался вперед рывками по полметра. В смысле, а как еще я могу двигаться? Плавно смещаясь, как еще? Я нажимаю на джойстик и так смещаюсь, как еще я могу смещаться? Я почему-то обычно смещаюсь плавно, когда в этой игре хожу, а не резкими рывками. Ну, нет, а как я могу медленно перемещаться плавно? Я могу либо быстро плавно, вот так, раз, раз, либо медленно, ну... Я могу, конечно. Нет, но все равно получается скорее рывками. Я лучше физически туда подойду. Ну и дверь просто в другую сторону открыть. Я просто сквозь стенку пройду. Вот так. Сторону открыть. Разве она открывается в другую сторону? Да. А, да. Странно. Осталось три ячейки. И три ячейки, а чё как-то? Вот и что. Ячейки, в смысле, вот эти зарядные. О, Илай вернулся! О, слава богу! Рассел! Я чертовски рад тебя видеть! Взаимно! О, просто отлично! Шансы твоего выживания были 4%. Скажи спасибо Вартигонту. Он довел меня в сохранности. Рассел, дай папу! Алекс, родная! Пап, мы отключили подстанцию. Хорошо. Если они увезут эту штуку, прощай оружие. Нам надо заполучить его сегодня. Ну да. У тебя остался датапод, да? Да. Раз эта штука биошифрованная, мне понадобится ТЛС. Ага, посмотри вон там. Очень хорошо. Ты в порядке, милая? Конечно. Давай, пап. Я буду в порядке. Обещаю. Сдержи обещание. А я займусь датаподом. Я не могу туда спрыгнуть. Вон там эта штука лежит, которую мы снизу пытались. Сверху я тем более не могу вычить. Но может быть смог бы, если смог спрыгнуть на эту крышу. Почему я не могу? Здесь нет преграды, господи. Это высоко. Алекс, тебя все-таки не суперсолдат. Ну и что, высоко? До этого мне не запрещали падать и разбивать. О! Я чем-то сразу в эту спрыгнул. А что я должен был сделать? Этаж изучить.
Ну, сейчас загружусь обратно. Будем опять слушать диалог. Ты сохранился после диалога, так что это... шантаж не работает. Разве я сохранился после диалога? Да. Я что-то не уверен. Сохранился сразу после диалога, чтобы проверить, может ли спрыгнуть вниз. Отлично. Хорошо. Ты при себе бегаешь. Привет. О, я думал, можно за руку поздороваться, кстати, нельзя. Да ну. Опять я спрыгнул куда-то не туда. Ну а зачем делать места, где я не могу забраться обратно? Лесенку сложно было повесить. Чтобы ты не бэктречил слишком далеко. Нет, ну вот предыдущая, там загрузка была. Хорошо, я понимаю, да, это такой предел. Но вот здесь-то в чем была проблема? Чтобы не бэктречил. Это в их интересах, чтобы я бэктречил. Я дальше играть не буду. Нет, я почему-то все равно уже внизу. А как я... Ладно. Это было не слишком высоко. Интересно. Thank you.
заявит пулеметы. Вернемся к классике. Уже был один. Я не буду стрелять. Ой, я два патрона потерял. Найти будет легко. Почему они хранят его здесь? Если это оружие такое опасное, зачем его держать в этой дыре? Думаю, они ищут способ убрать его с Земли. К себе домой или на другую планету. Почему не использовать здесь? Они уже выиграли эту войну, Алекс. А я разве не оттуда пришел? Нет, ты сверху все время идешь. Ну вот тут же валяется. Я же сам не дерусь. Я понимаю прелесть стрельбы очередями из пулемета, из автомата, но вот одиночный отстрел пистолетом как-то элегантнее. Но иногда, да, когда слишком много врагов, конечно, проще отстрел. Что? Это что было? Интересное место, но вряд ли там есть что-то. Это забрать все равно не смогу. Одень каску. Этот краб сойдет почти каски. Господи. Этот краб. Нет, я не могу одеть краба. Но если говорят одень каску, я надену. Этого что-то в кармане было. Нет? Опять растворился из кармана. Нет, не растворился. Я точно видел, что я тоже видел, не растворился, просто он рукой прикрывает. Нет, не прикрывает. Как видишь, ничего нет. Значит, то и лазерный прицел так блестит. Вряд ли нам обоим показалось.
Есть ли что-то полезное? Я вообще не очень... Нет. В смысле, что это за странное место? Ты понимаешь, мне туда надо или что? Я там ничего не завидел. Не, я думаю, туда. Мне нужно было наконец-то, но сверху. Окей. О, патроны для дробовика. Не видели. Давно я не знаю. Обрати внимание, как они редко выпадают. Я уж не знаю, это у них какой-то специальный алгоритм, который высчитывает на сколько чего. Вот это было неплохо. А вот это было плохо. А, прикольно. Да уж. Эффектно. Так, наконец-то на улицу можно выйти. Велосиплеер. Так, что у нас тут? Вот, смотри, видишь, от него торчит шприц? Угу. Это точно шприц. Ты видишь этот шприц, да? А, он выскакивает. Это каска на голове, ничего не помогает. Надень каску, надень каску. А? И ничего не падало на голову. Прямо не считается, они падают на лицо. Ага. Да, дайте мне полезть, полезть. Почему вы меня выплевываете наверх? Опа! 40 смолы. Так, хорошо. Ох, какой, нет, не ты, а ты. Газовый ключ. Я думаю, тут и так есть автосы, но тем не менее. Хорошее небо. Ты заметил, что вечереет уже? Я думал, просто тучи собираю. Видишь, может, это большое вечерей. Здание с кучей стекла спереди. Да? Вот это. Нет, ты не туда смотришь. Вот. Большое прямоугольное, вот прямо перед тобой. Ну, да. Мы идем примерно туда. Там будет замечательно снимать глаза. Если я подготовлю, что ты именно это займешь. Хорошо. Джеку под Джеку. Женя, он уже не живет. Эй! Стынь, стынь. Это было тупо, но я думал, после этого лечился будет, так что, в принципе, можно пренебречь. А ты, тебе надо было мне говорить про карман живого комбайна? Если ты перехватишь в полете запущенных, то он донат.
Тут протишь ее обратно. Ты этих тебе тут ачивку, если ты убьешь комбайна, взорвав его цистерну. Как хорошо, что мне насрать на ачивки. Я вот все ачивки есть. И что? А мне на них насрать. Ты не комплишенист. Нет, вообще не разу. По смыслу. В плане Витория, игры какой-то? Нет. Особенность учитывая, что можно получить с модами, с контролью, да, но он не найден мной, ты сам мне сказал, как это получить, поэтому не интересно. Это неплохо, у него даже шприцы в карманах были. По-любому же из этой мусорки сейчас кто-нибудь выскочит. По-любому, нет? Нет. Ты что? Ощущение, потому что да вылези там, вот там есть обойма. Ну и как я должен сейчас, что-нибудь застрянет и опять все заглючит, не бы. Ладно, так. Там я ничего нигде не пропустил. Не знаю. Уже приближаешься к... ...риново-угольчному заводу. Мне подсказывают, что здесь надо ходить с дробовиком. Но я не буду, мне нравится пистолет. Алекс Ган это называется. В модах. Когда мод на этот пистолет называется мода на Алекс Гаш. Это наш пистолет. У нас тут коммунизм, в конце концов. Я не могу здесь прыгать? Не могу. Могу разбить. Ну да, конечно. Это понятно. Это должно значить, но ладно. Приступаем. Голова про мины. А я могу просто вот так сделать. Мы, собственно, нет.
Фонарик, конечно, включать не надо. Так. О. Вот это. Да вы... А, боже мой. Чего взрывные у вас? Да нет, уж так точно такая раз заминированная на такие же мины. Кого-то бы... Короче, развлекайся. Ой, зря это сделали. Потому что мне туда не надо уже, понимаешь? Зачем мне это взламывать? Так. Угу. Ясно. Аккуратненько взламываем по очереди эти. Ну... Ну а это нечестно. Как я правой рукой это должен делать? Если бы я мог в левую руку взять инструмент? Ну это, кстати, да. Пока времени уже так идет. Просто осталось немного, но у меня шлем разрядится буквально минут через 5. Я даже сохраню здесь. Ладно. Так. И зачем я это... Вот еще это есть. Тут же... А, все-таки мне туда надо. Найдем логическое место, где завершить. А. Чтобы ты сказал, что тут новая голова, ты сюда. Да, я знаю, что я был правило не убивать барона. Ты завершил вот здесь, потому что сейчас вот будет очередная большая перестрелка вот на этой территории. Угу. Да, загадка и всякая разная интересная. Только потом начнется новая глава. Вот. Короче, Джефф... Сейчас будет... спасибо за просмотр. Угу. Всем до следующей серии.